Вони призвані захищати свою державу згідно законодавства, а не згідно їхнього бажання. Після Дніпропетровська оця патріотично-тактична група, скоріше за все, поїде виконувати завдання на Сході. Хто ви такі? Скажіть, будь ласка, я військовий комісар Новочалського району. Скажіть мені, будь ласка, я питаю посвідчення. Я можу надати вам роз'яснення. Я зараз надам роз'яснення. Ви можете це навіть у будь-яких інтернеті прочитати теж. Це коли вам видано було? Коли вам було це видано? Вчора вечором. Сьогодні. Оце видаємо. Зараз на даному етапі видаємо мов розпорядження. Зачем? Зачем? Щоб вести контроль. Військово зобов'язано, що нічій статі. Нам не треба. Не треба. Ми не такі з війни. Всю війну. А чому його сказали? В вооруженных силах України сейчас любят плакаться. Вот мы воюем за Украину, выполняем приказы из Киева, да? А они нас продают. А они чего хотели? Ведь посмотрите, какая ситуация. Вот офицеры. Я про личный состав сейчас не говорю, а вот про офицеров. Офицеры реально, они учились в командных училищах. И у них, неважно как это называлось, но был раздел, который занимался правоведением. То есть применением войск в различных ситуациях политического состояния государства. И у них было обязательно изучение, что делать, как должны действовать войска, военные, военнослужащие при совершении государственного переворота. Это все, что они должны действовать, закреплено в законе о вооруженных силах Украины, Конституции Украины, и о выполнении этих законов дается клятва, присяга. Если по военнослужащим обычным говорить об этом глубоком изучении не приходится, то по офицерам они реально знают, что было в феврале 24-го совершено, был совершен государственный переворот. Согласно принятой им присяге, они обязаны были предпринять все меры для защиты своего государства в рамках исполнения своих обязанностей по закону о вооруженных силах Украины и Конституции. То есть они должны были предпринять все усилия для того, чтобы подавить этот государственный переворот. Они этого не сделали, они нарушили присягу. И вот, ну, вы знаете, вот как бы вот есть такая среди бандитов, это достаточно в фильмах хорошо прописано. Наглядная картинка. Вот когда какая-то банда захватила власть, а к ним приходит человек из какой-то другой там банды или еще что-то, но он имеет какой-то определенный вес, он что-то может сделать. Но он приходит и он говорит: вы примите меня в свою банду, а я за это не буду делать то, что я обязан, что я могу сделать, у меня же вот такой ресурс. Он куда попадает? Он попадает в самый низ. Его перестают уважать, его презирают. Его просто-напросто уничтожают при первой возможности. Вот то же самое сейчас происходит со всем офицерским корпусом и вообще с армией Украины. Киевской банде вообще не за чего уважать. Они относятся к ним как к быдлу, чем в принципе вот эти украинские офицеры и есть. Они предали страну, они отказались выполнять присягу, они приползли на карачках киевской банде лизать им сапоги, и они хотят, чтобы после этого их киевская банда уважала. Ребят, вы вообще о чем говорите? Да вы будьте благодарны, что они вообще вам позволили лизать сапоги и заставили работать на вас, что вы выполняете. И они идут: мы защищаем, там чего защищаете? Вы, офицеры, реально понимаете, что вы совершаете карательную операцию. Ни о какой защите и речи нет. Вы реально знаете, что там происходит. Поэтому, когда начинают там чего-то говорить о том, что вот мы там не знали, или еще, ну это обычно вот, когда в плен попадают. Все они знают, все они понимают, поэтому офицеры совершают преступление сознательно. Вот если по солдатам еще там вопросы многие стоят, да? Ну, по закону нормального распределения, кстати, не все офицеры вот такие. Есть офицеры, которые как нормальные, просто вот они находятся в определенной ситуации, и они в меру своих возможностей работают на то, чтобы уничтожить вот эту фашистскую киевскую банду, находясь в рядах вооруженных сил Украины. Вот. Но основная эта масса
по закону нормального распределения являются карателями, и они уже себе подписали приговор, когда подписывали присягу. Они обязаны были исполнять Конституцию Украины и закон о вооруженных силах Украины. Соответственно, этому любого офицера, любой, вот Стрелков отдал приказ по 25-й аэромобильной бригаде не брать офицеров. Такой приказ можно отдавать вообще по офицерам. Вообще, они все нарушили присягу, которую давали на службу государства. Все, они подписали, у каждого эта подпись хранится. Понимаете, его берут с оружием в руках при совершении карательной операции, при выполнении приказов заведомо нелегитимного правительства. Банды, совершен государственный переворот, они обязаны были делать все, чтобы этот государственный переворот ликвидировать.